Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то обзорчик на новый талант, контракт с дьяволом, как его называют. Это просто пипец. С 12 коробок, там, не помню, с 4-й, по-моему, или со 2-й выбили сразу же этот талантик. Ну, это просто жесть. Минотавр, просто нет слов. Разница очень большая. Доказательство тому, это то, что я, в принципе, без особых там заморочек за пару раз зафармил 7-9 на 3 звезды. У меня она была самая проблемная с моими героями, даже очень сложно было пройти. Просто жесть, а не Минотавр, честно говоря. Я не знаю, зачем этот талант вообще добавили. По сути, бог войны, там грубые силы отдыхают. Он дает 150% урона, 150, плюс 20% герой получает больше урона, но для Минотавра это как бы это фигня полная, ему это насрать, потому что мы его используем в основном с магией на битве гильдии, в принципе, он будет этого всего хватать. Вот давайте, вот у меня есть железная воля, сейчас побегаем в рейде с ремочкой железной волей, чтобы вы просто понимали. Тут, конечно, разница в титуле будет. Вот 59%. Разные есть соперники. На моей силе. У меня титул не особо. Тут вообще 3% выбили. То есть тут весь упор идет в силу. Ну вот так вот. То есть 26. Ставим новый талантик. Смотрим разницу. Тут сейчас атак, тут юниты у нас, к сожалению. Вот 49 выбил. Немножко не добил, но тут это не тот тест, скажем так. По-разному бьет. 27. Сейчас все скажут, бля, херня, талант. Да нихера. Раз на раз не приходится, ребят. Плюс он тут, если критует, еще сейчас я покажу его сборочку. 43. Сейчас мы просто возьмем с Купидоном его попробуем. Вот 95 выбивает. Но это все, опять же, очень рандомно. Идем на подземочках его посмотрим. Кошмарка. 1-3. Ой, точнее, это семерка. Сейчас, секунду, мы сделаем его еще просто более имбовым. Уберем с него ремку и поставим грубую силу. Вот такая вот сборка. Шестая у меня грубая сила. Здесь уже есть на китайке топор. Также у него победный выпад. Вот такие вот созвездия, то есть крит урон плюс урон. И сейчас посмотрим, главное, чтобы найти расстановочку без стрелка. Тут это не так проблемно, как у нас на русском сервере. Ну, вот есть такая расстановка. Смотрим, сейчас мы просто его без Купидона будем использовать. Единственное, надо, чтобы он кританул, топорик еще сработал, тогда вообще будет жесткий очень урон. Ну и как видите, здание он шатает очень быстро, я даже не знаю, может сейчас ратушу с плюшки снести. То, о чем я и говорил. Урона тут просто немерено. Но, как видите, его убивают еще быстрее, потому что 20% урона. Для подземок, честно говоря, у меня грубая сила. Есть кто смотрел обзор на основе. Вроде круто все, но грубая сила отдыхает. Вот видите, какой урон проходит. Это все фигня. Сейчас пусть его зарядят. И пусть он кританет. Ну вот как вам вот такой вот раскладик. 100% под критом. Просто базу нахрен вынес.
Вот чем хорошо здесь на Китае тестировать. Нету много стрелков на расстановках. Плюс у меня сила сейчас небольшая. 92%. Это без бафа. Ваш Минотавр никогда столько не ударит. Если бы у меня была такая же сила, как на основе, тут бы тоже он очень дико бил. Но, к сожалению, как видите, у меня пока сила еще не выросла. В принципе, я не особо гонюсь за этим. Вот смотрите. 100%. Ну, что я могу вам сказать? Этот талант на той же самой Фрейе, на Огнекрыле, будет просто убивать полностью всю игру. Сейчас мы пойдем еще на подземке, его покажу. На битве гильдии, я думаю, если вы хотите, обязательно поставьте лайк за первый обзор этого таланта на максималке. И я думаю, мы потрешуем на битве гильдии однозначно таким Минотавром. Ну вот, 89%. Сейчас возьмем просто к сравнению. Поставим обратно Железную Волю. Тоже немножко побегаем. Так, что тут у нас? Фрейя, стрелок есть. Немножко будет нам мешать. Ну, это просто, ребят. Я 7-9 затащил. У меня все подземки на 8, сколько там, 840 звезд, все пройдено. Так, опять стрелок. Ну, видите, я этого Минотавра. Тут даже 20% урона нету. Но его тоже очень хорошо шатают. Все зависит тут, конечно, от титула. Так, вроде вот нормальная расстановка, смотрим. Ну, если у кого-то есть Минотавр, там Фрейя и прочее, я бы, наверное, в первую очередь все-таки ставил Минотавра, потому что, я думаю, скоро откроют восьмую. И там этот талантик просто будет необходимый. Так, у него, по-моему, щит даже пропал. Железная Воля его слетела, надо найти. Так, тут стрелок есть, нету. О, отлично, нету. Вот тут сейчас мы проверим. Под Купидоном там просто раздает базы. Сейчас мы еще потестируем под Купидоном. Вот 83%. Конечно, где-то близко, но в рейде, опять же, это не тот тест. Весь показатель — это подземка была для меня лично 7-9. Так, давайте зайдем сейчас. Вот такая вот сборочка с грубой. Зайдем в кошмарку. 1-3. Тут если еще поставить сюда дополнительно грубую силу, седьмую, все, это просто и максимум крита вкачать. Это просто жопа. Вот Железная Воля сейчас, смотрите, бьет 150 тысяч, там криты я не видел сколько. Но криты тоже нормально будут, потому что стоит грубая сила на нем. Ну все, Железная Воля пропала. 170, 400. Но сейчас он больше бьет из-за того, что тут грубая сила. Так, теперь ставим вот такой вот вариант. Смотрим урон здесь. Вы уже там на повторе посмотрите, какой был точно урон. Я для себя просто определился, что этот талант будет вместо всех бывашек ставиться у меня на аккаунте лично, потому что это просто жесть. Ну, этот, как видите, станется. Конечно, лучше сюда Железную Волю ставить, я так проходил. Ну, смотрите сейчас на урон. Главное, чтобы сейчас крит прошел. Вот, 640 тысяч, по-моему, был удар. Сейчас побыстрее дело пойдет. Видите, да, разница? 500 тысяч обычный удар. За два залпа мы практически всю базу снесли. Вот вам и разница в таланте. Ну, все, 100% за три раза. Теперь давайте
просто побегаем, поставим, уберем грубую, поставим просто ремочку и побегаем купидончиком, балуемся. Ну, сначала даже без купидона 68%. На битве гильдии, я не знаю, интересно будет очень его протестить. Так, раз, и купидон, чтобы зарядил. Видите, стан проходит. Ай-яй-яй. Ну вот какая-то туповая база есть. Вот 100% сразу. Девяносто четыре. Осталась ратуша. Сейчас пойдем в экспедицию, еще там проверим. И тут однозначно будет 100 вылетать. Тут все сразу его ушатали. Давайте теперь пойдем на экспедицию. Я немножко им уже бегал. Так, сейчас мы еще сюда купидона поставим, этих всех уберем. Можно еще, кстати, хранителя взять. Вот кидаем раз, два, три. Тут однозначно 100% будет, просто ради интереса посмотреть. Потом еще раз перезапустим, сравнение сделаем. Ну, конечно, любая отражалка, и он просто улетит с таким уроном. Вот опять 100. Вот это кайф, таким героем бегать, да? Смотрите. Опять 100. Сейчас попробуем просто под купидоном. 82 меньше. Видите, немножко не хватает. Но опять же, это все фигня. Самый основной показатель — это сейчас будут седьмые кошмарки. Так. Кидаем раз, два, три. 97. Вот уже немножко нам не хватает. Но тут, насколько вы знаете, тут пониженный урон. Сейчас мы просто таким же железной волей побегаем. Увидим тоже разницу. Тут опять 100. Сделали смену. Ставим железную. Минотавр, хранитель, 100. Тут, конечно, еще зависит от противников, но по сути, чем дальше, тем должны быть сильнее противники сейчас у нас. Вот такой минотавр, конечно, у меня на моей силе, может, его носят все подряд. Интересно будет, вот 94 уже на третьей подземке. Тут вообще что-то огонь. Ну, тоже вынесли на 100, рандом. Кто там особо не уверен, можете зайти посмотреть, как я проходил подземки минотавром с грубой силой. Там тоже интересная сборка, тоже топовый. Но там разница между грубой силой и этим талантом получается в том, что герой... Так, тут мы... грубая срабатывает во время крита, наносит там 140% урона, а этот наносит без крита 150% всегда. Соответственно, когда... Вот уже тоже 95. Когда у вас сработает на этом таланте крит,
то это вообще, это просто будет жопа. 45. Что-то мы не дотащили. Да, видите, 45% уже. Давайте еще раз. И заодно сейчас, может, и протестим. Наоборот, все. Если крит не пройдет. А, вот крит, видите, крит прошел. Еще зависит все, конечно, от шанса крита. Но все-таки 150 лучше, чем 70. И ловить шанс крита. Так, окей. Ну, 95. Так, хорошо. Здесь мы разобрались. Поехали. Берем немножко юнитов. Сейчас попробуем седьмые кошмарки с таким минотавром пройти. Я, конечно, их проходил. Там тоже рандомчик, но попробуем с первой по последнюю. Вот такой у нас будет состав. У меня тут герои уже немножко подкачанные. 11-е, 10-е. То есть у меня топовые сборки стоят. Не особо там максимум, как на основе, конечно, но приблизительно. Так, тут это снимаем. Сейчас мы тут поставим грубую. Сейчас вы увидите, что будет твориться на разгоне. Так, 7-1. Не тут 7-1. Уже, блин, почти 3 часа ночи, но все-таки решил записать сегодня обзор, чтобы завтра вы уже смогли определиться с этим талантом. Так, ну тут я, конечно, уже затупил. Тут у нас же хранитель есть, как обычно. Давно я в подземке не бегал. Делаем вот так. Раз, два, морозим. Начиная с тыковки всех выпускаем. Ну, просто жесть. Вы сами, в принципе, все видите, что творится. Он здание сносит очень жестко. Если сравнивать, там можете, у кого есть минотавр свой, можете просто посмотреть. Тут все, конечно, будет зависеть от вашей силы там и прочего, но это просто беда. Я бы так назвал. Я не знаю, какой там следующий талант будет в IGG на примете, но это просто пипец, ребят. Это называется жопа. Вот сейчас он где-то должен зарядиться и ударить. Не, не ударил, не получилось у нас ударить. Но я думаю, мы без этого справимся. Ладно. Над этой подземкой мы, в принципе, заморачиваться тоже не будем. Самое интересное все будет дальше. Я надеюсь, что этого таланта много падать не будет. Вот опять у нас тут есть тотемы. Ну, мы ближайшие обезвредили. И всех, начиная с тыковки, выпускаем. Так, промазал магию. Не успел я хранителя накрыть. Ну, ничего страшного. Так, делаем так, так, морозим, начиная с тыквы выпускаем всех. Сейчас мы должны где-то на хранителе зависнуть и слиться. Ну, в принципе, мы вот так вот смогли пройти ее практически. Ну, у нас остались, конечно, там наши друзья-ронины.
Это тоже, это не та подземка, над которой особо надо заморачиваться. Я просто решил так, пройти все по линейке, чтобы вы просто понимали, что сейчас на подземках реально просто нечего проходить. Ладно, хрен с ним, поехали дальше. Не будем терять время, то охота уже спать. Так. Или все же пройдем, посмотрим, как он там ударит. Думаю, вам всем интересно. А вдруг он не имба скажет, бля, что за тесты, не прошел. Нихера, сейчас мы все пройдем, пусть спадет так. Делаем так, раз, два, три. Все, вроде успели. Но юнитов особо у меня много нет. Вот он ударил. 52% сразу, ребят. Один удар всего лишь. И уже 52% было. И это при том, что здесь был сейчас не максимальный еще разгон. Так, окей. Поехали дальше. На битве гильдии это просто будет жопа. Я специально протестирую, даже если посливаюсь. Но думаю, это будет очень дико. Так, а мы без тыква. Тыква, я сказал. Так, берем раз, два. Выпускаем всех. Морозим. Вот так вот, 100%. Если позаморачиваться, ну, потратить там минут 20, наверное, можно, думаю, все при большом желании пройти. Так, вот одна из самых интересных подземочек, где мы уже магию просрали. Тут делаем так, раз, два, начиная с тыковки, морозим хранителя и просто смотрим, 47% уже у нас есть. Может, успеет еще разок ударить, да, вот 100%. Это, в принципе, несложная для Минотавра подземка, но видите, как мы ее быстро проходим. Это просто жесть, если бы я знал, что так когда-то будет, не мучился бы столько. 7-6, еще одна такая же подземка с заморочками. Тут тоже, в принципе, выманываем, ждем. Ну, к сожалению, сейчас может не ударит. Не ударил, 68%. Но ударишь еще разок, ну пожалуйста, 100. Да. Просто издевательство над нами. 3, 4, 5, 6, 7. Это тоже легкая подземка. Тут вот так мы сейчас упремся в заборе. Начинаем с тыковки. Как видите, я еще немного юнитов использую. Если бы я больше нанимал, было бы, наверное, все попроще. Ну вот, ну там Ронина не попали, то не беда. Мы бы сейчас даже, наверное, на 100% затащили тоже. Не хочу затягивать удовольствие от новых талантов. Это просто жопа, ребят. Я не знаю, что будет на Фреях Некреля. Я думаю, мы это скоро узнаем и протестируем. Тут им убрал. Но тут, возможно, будут проблемы с прохождением. Тут я не знаю, ничего не могу вам сказать. Тут может быть все, что хочешь.
если он разгон получит. Не, 52%. Что я могу вам сказать? Тут даже анубисы эти, блядь, не особо спасают. Какие заморочки? Он просто тупо с одной плюшки сразу вам делает 50%. Если смотреть на наших минотавров, как мы мучились с обычными минотаврами, там, ладно, там еще железной волей он может ударить два раза, а тут просто один раз бьет и все, и на этом все заканчивается. Это просто жопа. Кто проходил седьмые кошмарки, те просто поймут, о чем я. О тех мучениях, которые мы испытывали. Да, сейчас там убрали энергию и прочее, но посмотрите просто на урон. Что он делает? Ну, тут юнитов можно было бы побольше взять. Вот 50%. Ну, он дальше забежал. Я тут помучился, ну раз 10-15 ее прошел и прошел на 3 звезды. Но 56% с первого раза тоже. Это при том, что герои еще не максимальные. Да, они крутые, многие скажут, вот это донатные. Ну, я как бы показываю разницу в Минотавре с тем, что я раньше бегал, и с тем, что сейчас. Сейчас тут попробуем. Это несложная, в принципе, подземка. А, и там нас ударили. Все, Минотавр минуснулся. Ну, это такое. Это, в принципе, не показательная подземка для этого всего. Ну, думаю, тоже проблем никаких не будет. Остались там одни ронины. В общем, ребят, вот так вот. Не знаю, это просто... Это просто... Жопа, я бы так сказал. Я не знаю. Я, честно говоря, в шоке с этого таланта. Я удивлен, что я его достал уже наконец-то на Минотавре. Я все-таки захотел на нем протестировать. Остальных героев я потом докачаю все равно. Но просто вот самый основной для многих это Минотавр. Интерес был к этому герою. Многие на БГ проходят так. Плюс подземки. Плюс там даже те же самые рейды. Это просто жесть. А Фрея там и Огнекрыл просто будут убивать полностью все. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ждите следующих трэш-обзоров. Всем пока.